Власти Марселя преподнесли неприятный сюрприз для жителей и гостей южного французского города. Там на эти выходные решили отменить все массовые мероприятия. Причина – угроза терактов. Фестиваль воздушных шаров, два концерта и фейерверк. Все это было запланировано на субботу и воскресенье. Марсельская полиция заявила, что не сможет обеспечить безопасность. Не хватает сотрудников. Хотя совсем недавно на охрану общественного порядка было привлечено 12 тысяч резервистов. Город сейчас выглядит как в осадном положении. Пустынные улицы, которые патрулируют автоматчики. Местное население возмущено, ведь страдает не только досуг, но и бизнес. На предстоящих выходных здесь ожидалось порядка 100 тысяч гостей. Люди обвиняют чиновников в том, что те капитулировали перед террористами. Ну а те, в свою очередь, оправдывают свой поступок заботой о гражданах. Нет, это не означает, что мы пасуем перед террористами. Мы не идем у них на поводу. Мы просто трезво оценили ситуацию. У нас не хватает полицейских, чтобы обеспечить безопасность всех мероприятий. Поэтому лучше провести одно, но зато оно будет хорошо охраняться.